Привет, меня зовут Хавьер, я испанец. Я сейчас живу в Таиланде, и мне очень нравятся языки. Я могу говорить по-английски, испански, французский, немецкий. Португальский, итальянский, тайский и китайский. Свободно. Но я уже могу много говорить по-русски, по-японски, по-хинди, по-индонезийски, индонезиан. Окей, я в Таиланде работаю в отеле. В этом отеле я преподаю языки, и я помогаю клиентам, которые не говорят по-английски или по-китайски. Я в июне и июле собираюсь поехать в Россию, изучать по-русски, изучать русский язык. Сейчас я учил русский несколько месяцев. Это все. Спасибо большое. Большое спасибо.